Какой чудесный Господь у нас. Сила помбаласату фемахаштере басунтрете. Давайте еще несколько минут помолимся. Шикита рабалеве цумберья радия. Молитва возвращается в церковь. Шикима раблома ребеца проблеки трубите рова ребеца сомбра бедаштара блекитурмана катурмана штириди. Фламе бахандо бахатышту мисатур бадетиру глубири бокрематая. Лембо хата ялаустике пору косте памаханда. Кема на бору блите блюште, блюште, блюште. Менсам бамбе сумбама сумбра беталере блютир геде лобре бедаштере секретери. Хема, шима на бору гидр боту ламани бенетаре. Хилма, ормакен мо бахата бу бахата бо шути бребе субам я улгудри бе сорбе таларья. Фламе кем бахатур бе улгудр ба пабио масакро меше кеста фатай. Кеста камала бахата стомаре ребре камаре бла барабе супрема дештек работа дарья. Кемала морме талер бидур булгу дриби да штем рабалу трибле штек лабрат сомбра талия ла горбе цада. Халлелуя. О Господь, помазывай это слово. Открывай его, Господь, и приготовь наши сердца, чтобы твое слово, оно упало в добрую почву. Чтобы оно принесло большой урожай. Ты сказал, что слово, нерастворенное верою, не приносит пользы слушающим. Мы не хотим иметь бесполезных слов и проповедей. Мы просим, Бог, дай нам способность растворить верою слово, которое звучит с неба. Дай нам растворить верою каждое откровение, которое звучит на этом месте. Помазывай слово Твое, приготовь наши сердца, и пусть через это Твое имя возвеличится и прославится. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. И весь народ Божий сказал. Аминь. Тема моей проповеди. Не судите, да не судимы будете. Накануне больших-больших сражений Господь желает, чтобы церковь была здоровой, сильной и организованной, без пятна и порока. Есть разные болезни в церкви, есть разные болезни в христианстве. И одна из них – это осуждение. И одна из них – это контроль. Потому что осуждать и контролировать – это одно и то же. Осуждать и контролировать – это связывать своего ближнего. И вместо того, чтобы мы развязывали, мы связываем и делаем медвежью услугу для церкви. Господь хочет, чтобы мы развязали всех связанных. Вы помните, как Иисус сказал возле гроба Лазаря? Развяжите, пусть идет. Это воля Божья, это слово от Господа. Развяжите, пусть идет твой брат, твой ближний. Твоя сестра. Давайте рассмотрим этот вопрос ближе. Предлагаю открыть 1 Коринфянам 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Апостол Павел обращается к церкви и говорит, будем знакомы. Вы должны разуметь нас. Вероятно, был Павел, Аполлос, Варнава. Там, вероятно, было много-много других еще служителей высокого порядка. И он, обращаясь к христианам, говорил, давайте будем знакомиться. Вы должны разуметь нас, как служителей Христовых. Запятая. Домостроителей тайн Божьих. Если служитель... значит, строитель. Мы созидаем дело Божье. Мы строим Царство Божье. Мы не развлекаемся. Мы здесь, друзья, не занимаемся маленькими шутейными делами. На самом деле апостолы – это люди, которые от Бога получают строительный план. Какой церковь должна быть? Каким должно быть прославление? Какой должна быть молитва, евангелизм, попечительство? Каким должна быть христианская жизнь? И какой она должна быть? И здесь Павел открывает христианам этот важный аспект.
Разумейте нас, мы служители Христовы. Служители Христовы – это домостроители тайн Божьих. Следующий стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы с вами все перед Богом в ответе. Мы все участвуем в строительстве. Павел говорит, я как мудрый строитель положил фундамент, основание. Но теперь каждый смотри, как строит и из чего строит. И от всех строителей требуется только одно – оказаться верным. Верность – это краеугольный камень нашего характера. Это ключ нашего успеха. Верность и послушание – это две стороны одной медали. Верность или послушание помогает созидать храм Божий, церковь Божью, пробуждение. Когда Господин раздал дары рабам, Он сказал по возвращению одному из них, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя». Что такое верность? Верность – это когда ты стоишь на том месте, на котором тебя Бог поставил. Это означает, что те таланты, которые тебе Бог дал, ты не хоронишь, а пускаешь в оборот. Вот что такое верность. Верность – это ожидание Господина, который тебя вознаградит за твою работу. Верность – это значит доброе сердце, добрый и верный раб. Верность приведет нас к успеху, к результатам. Верность приведет нас к радости нашего Господина, который скажет, войди в радость Господина своего. Верность не приведет нас на кладбище, верность – приведет нас на победные высоты Божьего триумфа и торжества. Амин! Мне бы очень хотелось, чтобы каждый строитель оказался верным. И чтобы мы с вами сегодня согласились строить не из соломы и сена, не из религиозных предрассудков и своих амбиций. Мы должны строить свое служение, свое дело из драгоценных камней Божьей славы. Потому что все, что рождается от Бога, оно не разрушится. Оно будет твердым и непоколебимым на этой земле. И все, что от Бога рождается, оно победит этот мир. Оно преодолеет этот процесс. Оно преодолеет нынешнее проклятие и разрушит ада врата и утвердит Царство Божие. Аминь! Верность приведет нас к великому результату и к великому успеху. Аминь! И мы не будем строить из соломы, из умных проповедей, в которых нет жизни. Мы не будем строить наше прославление из хитовых религиозных песен, за которыми не стоит Божья сила и Божья власть. Нам не нужна религиозная тусовка под названием какие-то там структуры. Нам нужен Иисус Христос, нам нужна сила Божья, нам нужны дары Духа Святого, потому что мы не собираемся строить соломенный шалаш. Мы будем строить храм Божий, и как духовные камни, мы из себя будем строить дом духовный, чтобы приносить в этом духовном доме духовные жертвы, благоприятные Господу Иисусом Христом. Если ты что-то слышишь, закричи «Амен!» Скажи, я не буду строить из соломы! Я не буду строить из сена! Я буду строить из твоих драгоценных обетований! А что так тихо? Говори громче. Говори громче, я буду строить из твоих обетований. Аллилуйя! Амен. Потому что все, что от человеков, разрушится. Все, что от Бога, устоит. Амен. От строителей требуется, чтобы он оказался верным. Дальше. Третий стих вскрывает некоторые проблемки, которые рождаются на строительной площадке. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо хотя я и ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь.
Коль, добавь мне чуть-чуть монитора. Итак, появляется некоторое напряжение в 3 стихе. Знакомство состоялось. Мы служители Христовы, мы строители тайн Божьих. Мы стараемся быть верными и исполнять то, что нам Бог поручил, мы знаем. И вдруг всплывает проблема. Павел говорит, и еще я скажу, что то дело, которое я делаю, я его защищаю. Потому что у моего дела есть очень много противников. Причем тех, которые находятся совсем рядом. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Я прекрасно понимаю, что каждое дело подвергается критической оценке. Я прекрасно понимаю, что когда строится дом, одни говорят, а это ерунда, вот я проезжаю по Вантовому мосту и смотрю, что за чудо строится там. Называется шило на мыло. Стояло шило, оказалось мыло. Небоскреб строится. Из каких материалов? Я смотрю, думаю, ну, я думал, что это будет что-то такое яркое, что-то такое крутое. Ну, скажем, это моя точка зрения. Скажешь, Алексей, ну о вкусах не спорят. Я об этом и говорю. Я об этом как раз и говорю. Мне это не нравится, тебе, может быть, нравится. И ты скажешь, побогаче стану, в огороде такое чудо построю. Как знать? И представьте себе, что о нашем служении вокруг идет такая же молва. Одни говорят, новое поколение. Это вот как этот небоскреб. Соскреб. А другие говорят, да нет, это круто. И вы знаете, если ты начнешь сейчас прислушиваться ко всем, ты стройку остановишь и заморозишь. Вы знаете, там, где вот стройка идет, там забор есть. Вы видели? И всяким вот этим специалистам вход туда запрещен. Так вот, Павел, он всегда строил забор вокруг своего строительства. И когда ему из-за забора говорят, эй, Павел, в посланиях ты такой строгий, а в личном присутствии ты вообще такой. Он говорит, для меня вообще, я вас не слышу. Напишите ваши претензии вон и в тот мусорную корзину положите. Мы их выносим 3 раза в неделю. Я это интерпретирую, что с греческого означает. Для меня очень мало значит, как обо мне судите вы. Как обо мне судят другие люди. То есть, а судить-то его судили. А критиковать его критиковали. И вы знаете, когда твое дело подвергается критической оценке, здесь есть 2 пути, как устоять или как сбалансировать. Первое, это, во-первых, оценить, с чем ты имеешь дело. Здоровая критика и осуждение – это разные вещи, хотя очень похожи одно на другое. Здоровая критика помогает нам избежать всяких кривизн и ошибок. Но когда критика превращается в назойливый контроль, вот здесь рождается проблема, потому что твое дело находится под угрозой. И тебе приходится напрягаться вдвойне. Первое, ты строишь, напрягаешься. Второе, ты еще должен разрушать этот контроль. Вы знаете, кроме нормальной инспекторской работы на строительной площадке Царства Божьего, существуют еще вот эти террористы духовные, которые называются носители осуждения. И дальше Павел говорит, как я делал. Я, говорит, включаю игнор. Я включаю игнор. Для меня очень мало значит. Я вас не слушаю. Всерьез ваше мнение я не воспринимаю. Всерьез ваше мнение я не принимаю. Я их не учитываю. Потому что я духовный человек, и я знаю, о чем идет речь. Мне главное строить мое дело. Я строю Царствие Божье. Я перед Богом, главным прорабом, отвечаю, чтобы это строение было защищено. Я защищаю свое благовествование.
Знаете, когда Ной строил, он от Бога получил это задание. Он говорит, вы нас должны уразуметь, как домостроителей. И мы строим ковчег, которым мы спасемся. И люди, многие говорили ему, что это неверно или неправильно. Он говорит, а для меня мало значит, что вы думаете об этом? Когда мы говорили о христианском правительстве, и люди судили и говорили, это все чепуха, это утопия, это иллюзия, это фантастические идеи. Мне вообще, как сказать с греческого, наплевать на всякое общественное мнение. Это называется игнор. Когда мы говорили, скиния Давидова, у нас будут праздники поклонения, мне многие говорили, церковь должна своим делом заниматься. Каким делом? Разрушать скинию Давида? Нет, восстанавливать скинию Давида. Амин. И вы знаете, новое поколение, оно настолько уже воспитано идти против течения, что для нас это даже странно, что нету противных ветров. Но это не означает, что мы их искать будем. Мы 6 дней отработаем, войдем в субботу. И все, кто понимает, о чем речь, закричал «Аллилуйя!» Страстной четверг прошел. Страстная пятница на исходе. И мы войдем в субботу. Амин. Самое главное, чтобы не позволить никаким людям и никакому осуждению разрушить то дело, которое мы делаем. Следующее. Посему не судите никак прежде времени. Не судите никак прежде времени. У нас, у людей, особенно среднего ума, особенно религиозных и бездуховных, вы знаете, мозгов меньше, чем наших собственных аргументов. Длинный пустой язык и кучка куриных мозгов. Причем в этих маленьких мозгах рождаются большие идеи относительно служения Божьего. И вы знаете, мы всегда спешим высказать свое мнение. А я не согласен, а это не против, а это плохо, а это не от Бога, да, это все ерунда. И Господь дает высказаться, и вы знаете, поспешишь, людей насмешишь. Вот где накакал, будешь убирать сам. Самое главное, раньше времени не дриснет. Ты скажешь, Алексей, какое это имеет отношение? Ты знаешь, в духовном отношении, оказывается, этим делом уста являются. Вы не понимаете, да? Физически это дело отсюда уходит, а в духовное это дело отсюда уходит. И апостол Павел говорит, не судите раньше времени никак. То есть вот закрой это вот дело и не суди. Вы помните, когда этот старик решил судить? Захарий. Ангел пришел, сказал, у него будет сын, а тот ему говорит, эй, ты что, ангел, перепутал? Он говорит, ты не суди раньше времени. И знаете, что он ему сделал? Памперс одел. И бедный старичок, он был стар, суперстар. Он 9 месяцев ходил с этим памперсом. Не судите раньше времени никак. То есть я к чему говорю? Если в твои мозги не укладывается какое-то служение, какое-то строение, какой-то строитель на Божьей площадке, пожалуйста, замолчи и непонятный вопрос положи на полочку, чтобы тебе не опозориться. Вы со мной? Потому что вот это осуждение, оно разрушает дело Божье. И дальше посмотрите, что такое осуждение. Павел здесь такой анализ, классический анализ производит. Не судите никак прежде времени, то есть не спеши. Не спеши. У тебя свое мнение, ну сиди со своим мнением. Пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. Да, многое от нас сокрыто. Мы много не понимаем. Для нас много еще сокрыто вот под этой мраком неизвестности. Это все нормально. Придет однажды Господь и включит свет. И обнаружит сердечные намерения каждого, кто судит
и кого судят? Придет Господь и обнаружит настоящие мотивы. Если ты считаешь, что он корыстный человек, придет Господь и покажет его корысть. И покажет твои мотивы, почему ты говорил на этого человека. Вы знаете, здесь мы все в руках Господа. И тогда каждому будет похвала от Бога. Одного Господь похвалит, а другого он похает. Не спешите раньше времени, не судите, да не судимы будете. Следующее. Это, братья, приложил я к себе, к Аполлосу, ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Оказывается, вот что такое судить. Первое. Это высокомудрствовать. Это умничать. С греческого выпендриваться. Просто вот сидеть и вот на кухне где-то там, и вот поясничать, и вот мудрствовать, и вот умничать, и говорить, вот я считаю, что это вот так, и так, и так. Причем в этих философских рассуждениях кроется один порочный мотив. Ты превозносишься над тем, кого ты судишь. Вот это вот беда и вот это зараза. Что такое осуждение? Это пустая философия, высокомудрствование. И второе, это попытка опустить чей-то авторитет, а себя возвысить над ним. Это безумие какое-то. И Павел говорит, слушайте, дорогие, я хочу, чтобы вы от нас научились, потому что мы, вот с Аполлосом, бывший баптист, ну, это был как Яков Степанович, в общем, он говорит, мы это приложили друг к другу, чтобы вы научились от нас не высокомудрствовать, и не превозноситься один над другим. Вот беда какая. Короткий рост. Ну, что ты сделаешь? Ну, вот так Бог сделал. Не надо на ходули вставать. Что такое превозноситься? Это значит под брюки, чтобы никто не видел. Вставлять вот такие ходули хотя бы сантиметров на 50. И смотришь, был нормальный, вдруг высокий стал. Даже с ходуль как шандарахнуться можно. Это очень опасно, особенно когда убегать приходится от врагов. Знаешь, вот просто ходить вот так вот, это нормально. А вдруг враги появятся? Кто на ходулях бегал когда-нибудь? Из ходули. И все когда смотрят, думал, что ноги выдерну, а оказывается ходулю. И вот здесь вот кроется вот эта тупая гордость, которая позорит людей. Я бы хотел, друзья, сейчас небольшую разницу провести между здоровой критикой и осуждением. Выглядит это одинаково. Потому что сейчас кто судит, скажет, я просто использую принцип здоровой критики. А тот, кто критиковал, он скажет, ну, может быть, я осуждаю. Как бы здесь? Давайте проведем градацию и сделаем некоторые определения, что такое осуждать и что такое помогать или корректировать. Первое. Здоровая критика и осуждение. Первое, что я хотел бы сказать. Каждый из нас представляет собой комбинацию негативных и позитивных сторон. Если при желании, скажем сейчас, под увеличительное стекло рассмотреть пастора Алексея, ты можешь увидеть там белое вещество и серое. Ты можешь увидеть в пасторе Алексея плоть и увидеть дух. И это как, знаете, как в супермаркет заходишь, что вам угодно, мою плоть или мой дух? Тот, кто осуждает, делает заявку. Мне, пожалуйста, плоти 5 килограмм. А тот, кто хочет мне помочь, он говорит, а мне духа, пожалуйста, 5 кубов. Так вот, я к чему говорю? Я прекрасно понимаю, что мы несовершенны. Я несовершен. Ты несовершен, он, она, все мы. И вот, когда каждый из нас занимается служением, обязательно мы попадаем в просак. Так вот, что такое здоровая критика? Вот здоровая критика, не опускайся. Первое. Здоровая критика – это усилия, направленные на ликвидацию негативных сторон во имя
того, чтобы сильнее и выше утверждались твои позитивные стороны. Моя здоровая критика – это усилие, которое направлено на то, чтобы помочь тебе развить позитивные стороны, ликвидируя негатив. Я указываю на твои негативные стороны только с одной целью, чтобы помочь тебе состояться, чтобы твой позитивный потенциал раскрылся в полной мере. И целью увещевания есть любовь от чистого сердца. Здоровая критика никогда не разрушит твое служение. Пусть обличает меня праведник. Что такое здоровая критика? Это обличение праведника, у которого чистые мотивы и который желает помочь тебе состояться. Он видит, что ты строишь, но он видит, что есть какие-то просчеты. И именно обличение, любовь от чистого сердца помогает нам избежать этих кривизм. И мы должны, по сути, быть самокритичны. И когда ты слышишь какое-то замечание или какую-то коррекцию, не надо болезненно реагировать, типа безгрешный. Говори, пусть обличает меня праведник. Здоровая критика, она помогает нам. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Иисус Христос. Чем мне нравится Иисус Христос? Так вот, Он всегда использовал это правило. И знаете, когда обличает тебя праведник, Он всегда тебе дает шанс состояться и вырваться из этого промаха или из этой обочины. В отличие от осуждения, которое тебе шансов никаких не дает. Давайте посмотрим, как Иисус действовал в данном случае. Марка 16. Евангелие Марка 16 глава, 14, 15, 16. Что такое здоровая критика? «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать, креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть, когда обличает праведник, он видит позитив, и он видит негатив. И он обязательно употребляет усилия, чтобы ликвидировать негатив во имя твоего позитива. Иисус знал, что они будут проповедовать Евангелие. И он знал, что вот это неверие и жестокосердие, вот эти вот негативные стороны характера, будут мешать им проповедовать Евангелие. Поэтому он упрекал их, упрекал любя. Потому что он говорит, эй, вы не сможете нормально строить, не сможете до конца исполнить волю мою, если вот это жестокосердие и неверие будете скрывать. То есть не было лести в устах, он никому никогда не льстил. Он вещи называл своими именами. Что такое здоровая критика? Я вижу твой позитив, и я вижу, что мешает твоему позитиву, и поэтому я называю эти негативные стороны и говорю, убери это. Это неправильно. Это не называется осуждение. Когда Акила и Прескила подошли к Аполлосу, и он тоже служил Богу, но он был утвержден только в начатках учения Христова, то Акила и Прескила увидели его позитивные стороны. И они увидели его ограниченность. Но они не перечеркнули его, не сказали, слушай, ты, баптист несчастный, ходишь здесь, проповедуешь только, там, водное крещение, не захлебнулся еще? Нет, они учитывали его положительный опыт и точнее объяснили ему путь Господень. Вот это здоровая критика. Просто ты видишь, ты хочешь помочь вот этому строителю, служителю, состояться в полной мере. Что такое осуждение? Осуждение, то есть здоровая критика приходит от Бога, то есть обличает праведник. Цель увещевания, любовь от чистого сердца, Бог хочет нас корректировать. На самом деле Он хочет это делать. Но осуждение приходит от дьявола. Это совсем другой дух. Это совсем другой дух, это уничтожающий дух. И человек, который осуждает, он в тебе позитива не видит вообще. Он вообще не видит ничего позитивного. Он видит сплошные минусы. И это дух, разрушающий дух.
уничтожающий дух, который тебе никаких шансов не дает. Это смертный приговор. И я думаю, что вкус осуждения знает каждый из нас. Когда ты поговорил с человеком, который тебя осудил, тебе жить после этого не хочется. Все, как будто тебе зачитали смертный приговор. И шансов никаких. Как выглядит это осуждение? Давид там танцевал, ковчег возвращался в Израиль, в Иерусалим. И Давид танцевал, он поклонялся Богу, он приходит, и жена его осуждает. Она не сказала, что ты царь. Я рада тому позитивному, что есть. Я рада тому божественному, что есть. Я вижу, что ковчег... Не-не, тот, кто осуждает, он не видит ни ковчега. Он не видит ни возвращения славного времени, ни помазания, ничего. Просто, я говорю, осуждение принадлежит служителям дьявола. Они видят только негатив. И что они делают? Они разрушают достоинство. Они осуждают все твои поступки. Они их квалифицируют как недостойные и шансов никаких. Ты опозорился. Ты вообще унизился. И такое ощущение, как будто в жизни у него ничего позитивного нет. Знаете, вот когда ты говоришь с людьми, которые тебя осуждают, у тебя такое состояние дурацкое. И ты должен ему как будто доказывать, что вообще-то у тебя есть еще что-то хорошее. Но это хорошее никто не учитывает. Оно в счет не идет. Ты просто вот конченый идиот. И больше ничего, и шансов никаких нет. Это уничтожающий дух из преисподней. Это как раз та разрушающая сила, которая гуляет по церкви и разрушает дружбу, любовь, служение, осуждение. Павел знал, как защищаться. Он говорит, для меня очень мало значит. И Давид защитился. Когда закончился потоп, и Ной отметил это дело, но немножко перебрал. Я не знаю, мне кажется, Ной лечился, потому что после вот этого великого эксперимента, плавучий зоопарк, когда все слоны, шакалы и эти, они же все кушали, они все там пукали. Я представляю, вот в этом ковчеге там, я не знаю, это только верою можно было выжить 150 дней. И представляю, что когда Ной вышел, подышал свежим воздухом, так хотелось очистить организм. И, короче, он немножко перестарался. Ну, короче, выпил много, можно сказать. И зашел в шатер, и, короче, вот вырубился. И снилось Ною потоп, жирафы выбегали из ковчега. И он их догонял. Не знаю, ну, какие-то кошмары, вероятно, снились. Это моя версия, конечно. На самом деле, может быть, ничего не снилось. И представляете себе Ной. Я говорю, каждый человек это совокупность положительных черт характера и отрицательных. Кто из вас без греха? Первый бросит меня Библию. Поэтому и у Ноя тоже были свои минусы. И такой минус был, вот такой обнаженный. Вот он лежал и все. У него было три сына. И один из них, его звали Хам. Раньше какое-то, это имя другое ауру имело. Такое же, как Иван, как Сергей, Алексей. Но вот что произошло. Когда Хам зашел в шатер, у него в голове сразу промелькнула мысль, осуждающая мысль. Знаете, каким судом судишь, таким судом ты будешь осужден. Чем отличается здоровая критика? Здоровая критика спасает твой позитивный потенциал. Осуждение уничтожает твой позитивный потенциал. И он пришел, и потом, о, батя, еще праведник называется, еще служитель называется. Посмотри, до какого, до ручки докатился. Пошел и всем братьям, посмотри, батя, пойдем посмотрим. А двое старших, они были другого состава. Они сказали, нет. Открывать наготу отца я не имею права. В спальню к нему заходить не имею права.
смотреть на его минусы я тоже не собираюсь. И они взяли одежду. Несмотря на него, они закрыли. В глазах Божьих Ной выглядел иначе, чем в глазах Хама. Хам, ты рассматриваешь маленькую деталь, маленький минус, но ты совершенно не видишь огромный позитивный потенциал. Человек, который строил ковчег, который прошел через такие ломки, через такие испытания, который прошел через такую гигантскую молотилку. Ты этого не видишь? Так же, как Мелхола ничего не видела благословенного в Давиде. Так же Хам ничего в отце своем позитивного не видел. Вот это есть осуждение. Это страшный дух, который смешивает все святое с грешным. Вот так вот. И перечеркивает. Вот это есть осуждение. А выглядит как будто одинаково. Вы знаете, есть дьявол, который клевещет день и ночь. И храни нас Бог. Самое утонченное это фарисейское осуждение. Потому что оно происходит с Библией в руках. Самое утонченное осуждение, оно всегда происходит с Библией в руках. И давайте посмотрим, как это характеризуется. 2 Коринфянам 11 глава. 2 Коринфянам 11 глава. Здесь написано так. 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, и потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. С Библией в руках легче всего осуждать. Легче всего проповедовать на тему святости, бичуя всех грешников. Самые легкие проповеди – это проповеди осуждения. Но Иисус принес нам, дал слово оправдания и дал нам служение примирения. Амин. И вот эти люди с Библиями в руках, Моисей сказал, побивать таких камнями – это по Библии, это по слову, что ты скажешь. Нам всегда хочется найти аргумент в пользу своего осуждения. И вот на эту тему я хотел бы предложить вам сейчас очень серьезную иллюстрацию. Очень серьезную иллюстрацию. Дело в том, что осуждение разрушает дело Божье. Осуждение – это высокомудрствовать и унижать, и себя превозносить над тем, кого ты осуждаешь. Осуждение – это уничтожение человеческой личности. Давайте посмотрим сейчас книгу Иисуса Навина, 22 глава. Здесь произошло уникальное событие. Как дьявол использует ситуацию, не разобравшись. Как дьявол использует вот такие неадекватные ситуации, как повод к осуждению и почти войне. Давайте посмотрим. Иисус Навин, 22 глава. Прочитаем последние стихи, 21. Закончилась война в обетованной земле. 43 считаем. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. И не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Я прошу вас, братья и сестры, подчеркните этот 45 стих, и пусть он будет основанием нашего упования и нашего убеждения. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов. Это Иисус Навин, 21:45. Все будет так, как Он сказал. Столько добрых слов Господь говорил нам. И запомните, что ни одно из слов, которые сказал Господь, не останется неисполненными. Всякое доброе слово, которое Господь говорил,
оно исполнится. Все будет так, как Он сказал. И новое поколение во главе с Иисусом Навином, они овладели обетованной землей. И вся 21 глава описывает, как раздавали главам поколений города этой обетованной земли. Однажды Бог будет раздавать города добрым и верным рабам. Верные и добрые рабы будут получать по 10 городов, по 5 городов, по одному городу. Это будет награда. И дальше, 22 глава. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манасина и сказал им: «Ну вот, вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень. Слушали слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога. И ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им: итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и так далее». И потом, 6 стих, Иисус благословил их, отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манасина дал Моисей в удел в Асане и так далее. И когда отпускал их Иисус в шатры их, благословил их. 8 стих. «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, серебром, золотом, медью, железом, с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы, и сыны Гадовы, и половина колена Манасина от сынов Израилевых из Силома, в которой в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад и так далее. Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена Манасина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. То есть, получается так, что 12 колен Израилев были распределены в географическом положении таким образом, что 2,5 колена находились по эту сторону Иордана. Это колено половина колена Манасина, Рувимова и Гадова. А остальные колена, они были на той стороне Иордана. Хотя воевали вместе. И потом, когда война закончилась, то есть это вот 2,5 колена. И Иисус благословил их, сказал: спасибо вам, вы воевали с нами, вы сражались с нами, трофеев у вас хоть отбавляй, золото, серебро, одежды, все, спасибо, а теперь можете идти в ваши шатры. С миром Божьим разошлись, и вот 2,5 колена на этой стороне Иордана, а 9,5 колен находится там, на Ханаанской земле. И вот они пришли. Вы знаете, как дьявол сеет раздоры, как приходит проблема на ровном месте. Есть такой-то принцип, когда заканчивается буря на море, она начинается в стакане. Берегитесь этих бурь, потому что буря на море бывает не такой страшной, как вот эта буря в стакане. И вот смотрите, вот эти вот парни, смелые, чистые, посвященные, они пришли и решили соорудить жертвенник. Читаем. «Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манасина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы», то есть вот были такие лазутчики, которые бегали всегда то там, то там. И они все рассказывали, что происходит в том колено, что там происходит, что между коленами происходит. Они все знали. И они всем-всем рассказывали, что где строится. И вот здесь услышали, давайте прочитаем 11 стих. «И услышали сыны Израилевы, что говорят». Вот подчеркните это два слова. Сыны Израилевы услышали, что говорят. Кто говорит, неизвестно. Знаете, слухи, они так и
Они вот, вот так и рождаются. Кто сказал? Да я там слышал, золитуда. А золитуда, кто вам сказал? Болдырай сказал. Болдырай, а вы что сказали? В раю слышали. Из Болдырая в рая пришли вот сюда слухи. И вот кто? Сыны Израилевы ли услышали, что говорят? Подчеркните это слово вот оттуда, загвоздка, потому что это, ну, террористы, они всегда неизвестны. Террористы, они скрыты, они всегда как-то из-за кустов, из-за зарослей. Если бы кто-то пришел конкретно и сказал, я заявляю вам официально, а все это все говорят и говорят, все говорят. Что же они говорили? Послушайте, они сказали, вот, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, гады, и половина колена Манасина недоделанная, соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана на супротив сынов Израилевых. Слова-то какие? На супротив, если вы хоть против, а здесь на супротив. То есть уже сразу сама идея, не разобравшись, не поинтересовавшихся, не поинтересовавшись, что за жертвенник, зачем его построили. Все уже услышали эту информацию, приняли решение, уже обосновали. То есть все, принято решение. Какое решение? Поскольку еще военный дух, военный пыл не охладел, еще порох был в пороховницах, еще там было, много было нестрелянных патронов. И какое они решение принимают? Слушайте, когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в селом, чтобы идти против них войною. Кто-то кому-то сказал, что вот эти вот сыны Гадовы построили жертвенник на супротив нас. Они, наверное, отделились. Они хотят свое царство строить. Что делать? В ружье! И все войска израильские, они поднялись куда? Чтобы идти войной. Знаете, что на войне делают? Кто знает, что на войне делают? А? Загорают. Правильно. На войне убивают. И представьте, вот только что два колена с половиной. Не два, не полтора. Благословили их, пожали руки. Вот, братья, родные, давайте вы там строите Царство Божье. Мы строим Царство Божье здесь. Услышали, кто-то застучал. Это не просто так они там строят. Они хотят отделиться. Они хотят примкнуть к Ваал-фигуре. Они хотят к язычникам примкнуть. Да вы что, серьезно? Стоп, точно. И кто-то высокомудрствовал, кто-то осуждал. Позитивного что-то у них? Да у них ничего, это у них же сыны Гадовы. Так какое имя, посмотри. Вот какова фамилия, такова и сущность. А это Манасина на одной ноге ходит, пол колена всего лишь. И те же к ним тоже примкнули. Все, убить их, и чтобы вообще от них ничего не осталось. Что такое осуждение? Здесь не пахло здоровой критикой. Здесь пахло дезинформацией и разборкой, в результате которой от этих 2,5 колен не должно ни чашечки остаться. Впрочем, мне кажется, в последний момент Бог образумил главных лидеров и сказал, слушайте, ну что сейчас, вот вы нагрянете, убьете, они даже не поймут, за что. Павел говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, не осветит сокрытое во мраке и не обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому из нас будет своя награда. Но слава Богу, что эти парни сначала собрали вот эту вот инспекторскую комиссию, группу. Давайте прочитаем дальше. Впрочем, это слово «впрочем», как будто слава тебе, Господь, что не налетели, как саранча, и не побомбили их, как Ирак. 13. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манасина в госпиталь к ним, в землю Галаадскую Финиеса, сына Елиазара священника. То есть, представляете, при таком опыте война закончилась.
Дух Святой работал, слава Божья носилась. Там все враги были. Друзья, мы должны бодрствовать, особенно после победы. Потому что дьявол, он всегда подходит в тот момент, когда мы уже расслабились. Кто еще там мешает? И сразу, не спеши раньше времени. И вот священник, и плюс вместе с ними идет вот эта делегация, с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилев. То есть, ну, генеральский состав был. Самые серьезные представительные лидеры были. Пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манасина в землю Галаад и говорили им и сказали. Обратите внимание, они даже не спросили, что вы сделали? Расскажите нам, по какому поводу, по какой причине вы устроили вот этот жертвенник или что-то рассказать. Нет, у них уже был заготовленный обвинительный акт. Вот это нарушение всех психологических принципов. Прежде чем осудить, ну спроси, эй, расскажи мне, пожалуйста, что ты сделал? Здесь все ясно, здесь уже все понятно. Они отступники, они враги. И посмотрите, и включился первый микрофон, мешок развязался, и обвинительные аргументы посыпались на этих гадовых сынов, как просто дождь. Послушайте, какая была проповедь. Я вам говорю, что проповедовать проповедь осуждения легче всего. Бери вот образец. С 16 стиха. То есть они пришли в эту церковь, где вот эти вот, церковь имени Гада. И пришел самый главный этот Финиес, берет микрофон. Братья и сестры, я буду сегодня проповедовать, я буду проповедовать на тему «Мочить всех отступников». 16 стих начинается, смотрите, с чего. «Так говорит все общество Господне». Ребята, вы не перепутали? Обычно всегда говорили «Так говорит Господь». А здесь уже «Так говорит церковь». Здесь уже какие-то сдвижки. Вы с Богом советовались вообще? Бог вам что сказал? А что, мы Бога так знаем, что мы догадываемся, что Он сказал? Мы так уже с полуслова понимаем. И что же общество Господне говорит? Так говорит общество Господне. Что это за преступление сделали вы перед Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Мне кажется, там Бог на небесах несколько раз аж дернулся. Слушайте, кто отступил от меня? Я с ними встречался недавно. Вчера вечером они поклонялись мне, я благословлял, исцелял. Кто отступил? И сможешь эти спиной к Богу говорить. Вы, отступники, вы какое преступление сделали? И те сидят, гады, никак не могут понять. Ты что это такое? Ну фамилия такая попала неудачно. Зачем нас вот так и считать всю жизнь? Эй. И те обвинительные речи, суровые лица. Это только эти вот сыны Гадова, они даже не догадывались, что за этими 10 представителями там армия, там лес копий колышется. И как только закончится вот это служение, все, они ракетницу дадут, и начнется штурм Зимнего. И тогда от этих колен ничего не останется. Одна пятка останется, а не колен. Кто поднял их всех? Представьте, все общество. Вот самое утонченное суждение с Библией в руках. Это как инквизиция. От имени Господа мы кожу с тебя снимем. Потому что ты еретик. Во имя Господа мы тебя на дыбу поднимем и сожжем в костре. С Библией в руках. Вот это самое мерзкое преступление. Это дьявол в виде ангела света. И вот они обвинительную речь дальше продолжают. Разве мало для нас беззакония Фигорова? Те говорят, не Фигорова, что они нас обвиняют? А те продолжают, разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сегодняшнего дня?
из-за которой поражено было общество Господне, а вы, отступая сегодня от Господа, те сидят, от какого Господа мы все? Мы служение проводим, молимся, жертвуем десятину. Что, не сдурели, что ли, эти братья? Что, если нас мало, что, нас тогда бить надо, что ли, всегда? Они должны... Не судите раньше времени. Представляете, на ровном месте, казалось бы, праздновать победу, строить все, пришло этот дух осуждения, который просто вот разрушает на ровном месте, без всяких причин. Извините за длинный комментарий. Сегодня вы восстаете против Господа, голосом Левитана продолжал священник. А завтра прогневается Господь, и нам достанется. То есть завтра Господь прогневается на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистой, то перейдите в землю владения Господа, в котором находится скиния Господня, и возьмите удел среди нас. Но не восставайте против Господа, и против нас не восставайте. Так чего больше вам, вас волнует, против Господа или против вас? Мы с Господом заодно. Говорим Господь, подразумеваем мы. Народ и партия едины. Воцарилась такая тишина, непонятка. Что творится, Господи Боже мой? А те продолжают. Итак, вы восстали против нас. Не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Ни один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево. Ни один он умер за свое беззаконие. И вот точка. Все, тебя уже признали виновным. Осталось только казнить. Отступили от Господа, какой-то жертвенник воздвигли. Почти как Ахан, почти как этот Фигор, Егор. И в общем, сидишь и думаешь, не поймешь, а что случилось? Ну, потом сыны Рувимови немножко отрезвели, и сыны Гадовы тоже, и половина колена Манасина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых. Бог богов Господь, Бог богов Господь. Они заикаться даже вначале стали, видите, повторяют эти фразы. То есть, мне кажется, когда он Бог богов Господь, Бог богов Господь, он забыл, что хотел, потому что после такой обвинительной речи, там, знаете, очень трудно сориентироваться, типа, ты уже на скамье подсудимых, поэтому он там заладил Бог богов Господь, Господь Господ и Бог богов. Потом сосредоточился. Он знает, и Израиль дознает, если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Ребят, мы сейчас вам все объясним. Мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали наши дети, сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил предел между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. И нет нам части в Господе. То есть весь Израиль жил на той стороне Иордана, а эти здесь. И вот на этом, ну вот как вот Калининград от России, вот отделили, и не поймешь, что это, Россия, не Россия. Какой-то островочек. И там у них точно такой же был Калининград. И вот они говорят, ну вот родятся наши дети. Что будет нашим детям напоминать о том, что у нас есть связь с вами? Вот мы и сделали этот жертвенник, который бы напоминал нашим детям, потому что если у них вообще не будет никаких ассоциаций, они скажут, да нет нам части. Вас просто кинули, вас просто выкинули и сказали, вон, вы просто отщепенцы какие-то. И по этой причине мы построили этот жертвенник. Господь поставил пределом этот Иордан. Таким образом, наши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы и сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы он между нами и вами,
между последующими родами нашими, родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими, жертвами нашими, благодарениями нашими, и чтобы в последнее время, в последующее время, не сказали наши сыны, сынам нашим, нет нам части в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите, подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы ваши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между вами и нами, то да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного, и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед скинию его. То есть они сказали, мы вообще это сделали как подобие. Мы просто это сделали как напоминание. Мы построили этот жертвенник как свидетель, что, вот, что мы с вами связаны, чтобы удержать наших детей, чтобы они не ушли в мир, чтобы были какие-то напоминания о том, что мы принадлежим к Израилю. Это была ответная речь Рувима, Гада и Манассии. И я представляю, в каком состоянии были обвинители, которые их уже назвали отступниками, которые их уже приговорили к смерти, которые уже Ахана сюда приклеили, которые приклеили всех негативных героев, а там армия стоит и ждет только сигнала. И все же, да, мы начнем с Гада. Ух, он нам достал нас. Я вспоминаю, да, он так подозрительно на меня смотрел в 93-м году. Я помню, он десятину не давал, я ему занял 100 баксов. Он не... Я представляю, все эти колена начали вспоминать, и, ну так, себя заряжать, чтобы почем не зря убивать их. А тут такой неудачный момент. Явился Господь, осветил скрытое во мраке, осветил или обнажил намерения сердечные, и вы знаете, все обвинители вдруг почувствовали, что они промахнулись. Смотрите, Финиес, 30-й, священник, Финиес, священник, начальник общества, и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассины, одобрили их. Представляешь, ты обозвал человека, преступник, отступник. Он говорит, не отступник. Он говорит, ты молодец, правильно говоришь. А как насчет твоей речи? Ну, я просто так сказал, погорячился. Так вместо того, чтобы прежде чем говорить, подумай же. Вот как дело Божье разрушается. Вот как дьявол может разводить на ровном месте. Кто-то кому-то сказал. Из каких источников это пришло, никто не знает. И вот они одобрили их. И сказал Финиес, сын Елиазара, священник сынам Рувимовым, сынам Гадовым и сынам Манассиим, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, и что вы не сделали перед Господом преступления сего. Сегодня только мы узнали, что вы ничего не сделали. А если вы не знали, зачем вы армию сюда уже привели? Если вы не знали, что это здесь нет преступления, почему с такими обвинительными речами вы выходите и обвиняете нас? Друзья мои, это серьезный экзамен. И на этот крючок может попасться любой из нас. Храни нас, Господь, от этих поспешных обвинений и осуждений. Это позор для священника. Говорить от имени Господа, а потом, оказывается, Господь не с тобой. Мы сегодня узнали, что вы правы, а мы не правы. Это был такой неприятный момент. Явился Господь и осветил скрытое во мраке. Вы должны разуметь нас, как служителей Христовых, и строителями, домостроителей тайн Божьих. Мы должны доверять друг другу. Мы должны респектировать друг друга. И здоровая критика – это способность во имя позитивного, благословенного потенциала ликвидировать что-то негативное, но не полностью смешать с грязью и убить своих братьев и своих сестер. И возвратился Финиес, сын Елизара, священник и начальник от сынов Рубимовых, от сынов Гадовых, в землю Ханаанскую, к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это.
И благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы, сыны Гадовы. Вы представляете себе, во что могло бы вылиться вот это событие? Это могло вылиться в жуткую, несправедливую, братоубийственную войну, в которой бы головы могли положить столько сыновей Израилевых. По какой причине? По воле Божьей? Нет. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке, и не обнаружит намерения сердечные, и тогда каждому будет награда от Бога. Военная операция сорвалась. Мне кажется, это просто сам Бог по милости. И здесь не по вере тех 9,5 колен, а по вере вот этих парней, которые нечаянно оказались на скамье подсудимых. Что такое осуждение? Это когда, не разобравшись, какие-то лукавые подозрения, кто-то кому-то сказал, и начинается война, и начинается осуждение. Как мыльный пузырь лопнули эти ложные подозрения после выступления сыновей Рувима. И они назад идут. Все, отбой, отбой. Все, назад, по шатрам. Что, не будем убивать? Нет. Ну и слава Богу, пойдем назад. Воинам что? Лишь бы руки. Знаете, когда пушка заряжена, всегда хочется выстрелить. Поэтому он говорит, не-не-не, все, идем назад, домой. Они одобрили позицию этих трех колен. И назвали сына Рувимова и сына Гадова жертвенник Ет, то есть свидетель. Потому что сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог. Я не знаю, друзья, но где-то внутри лишний раз Господь подтверждает нам эту важную истину, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому мы должны взять щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры, когда ты слышишь поношение на ближнего своего, возьми щит веры и угаси эти раскаленные стрелы осуждения. Мы не должны поступать как хам, обнажая и уничтожая достоинство. В каждом человеке, в каждом колене, в каждом служителе, в каждой церкви есть плюсы, есть минусы. Осуждение избирает минусы, чтобы обвинить и похоронить. А здоровое обличение видит позитивный потенциал и старается горы понизить, холмы понизить, исправить кривизны, чтобы дело Божье от этого выиграло. Апостол Павел говорит, вы должны разуметь нас, как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих. От каждого строителя требуется, чтобы он оказался верным. И может быть, на самом деле, друзья, в этот вечер пришло время перековать мечи свои на орала и копья свои на серпы. Братоубийственная война должна закончиться. И, может быть, были какие-то целые полки, которые готовы были сейчас по одному сигналу обвинить или уничтожить невинных. Но Бог вмешивается в эти конфликты и говорит, нет, ради своих прихотей не разрушай дело Божьего. Кто разорит храм, того покарает Бог. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким судом и будете осуждены. Не лучше ли остаться обиженным? И прежде чем принимать какие-то кардинальные решения, следует разобраться, хотя бы спросить, хотя бы встретиться. Прежде чем вооружать армию, нужно разобраться, виновен ли тот, против которого мы идем. Самое страшное осуждение с Библией в руках. Самые страшные проповеди обвинительные. Мы строим скинию Давида. Мы строим храм Божий. И пусть каждый из нас останется верным. Давайте склоним голову, помолимся, проанализируем нашу жизнь. И пусть Бог разоружит сегодня
наши войска. Пусть Он разоружит наше сердце. Пусть враждующие стороны примирятся. Познайте истину, и истина сделает свободным. Народ так часто погибает за недостатком ведения, за недостатком компетенции, за недостатком информации. И поэтому такой важный момент, мы должны общаться, общаться чаще. Мы должны знакомы быть друг с другом. Господи, мы просим Тебя, пусть придет исцеление. Я прошу Тебя, Дух Святой, примири нас сегодня, там, где идет вражда, там, где, Господь, нас разделяют эти реки, там, где нас разделяют непонимание и недопонимание, пусть дьявол никогда не воспользуется этими непонятными ситуациями. Пусть жестокость уйдет. Пусть уйдет, Господь, агрессия. Пусть уйдет вражда. Боже, пусть придет мир. Пусть в человеках будет благоволение. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Пусть этот дух осуждения, дух подозрения уйдет. И пусть придет дружба, любовь. Пусть придет помазание, единство. Господь, очисти церковь от всяких лукавых подозрений, от всякой вражды, от всяких распрей. Дух Святой, исцели наши отношения. Дух Святой, исцели наши отношения. Пусть они будут славными, добрыми. О, пусть Исав примирится с Яковом. Пусть уйдет горечь. Пусть уйдет, Господь, ненависть. Пусть уйдет вражда. Хема бельгаба помагатарья. Хема мама супре танди кенчи лакротая. Кремарам это сандере бедьяс. Сабрабаледу греваталая. Соедините руки, давайте молиться о единстве церкви. Давайте молиться, чтобы сатана в виде ангела света никогда не смог вбить клинья, чтобы он никогда не разрушил нашу дружбу, любовь, единство. О, Дух Святой, соедини нас взаимными скрепляющими связями. О, Дух Святой, дай нам одно сердце. Дай нам один путь. Пусть у нас будет один Господь, одна вера, одно крещение. Крести нас одним духом в одно тело. О, пусть замолкнет вражда. Пусть замолкнет война. Мы провозглашаем мир. Мы провозглашаем любовь. Мы провозглашаем единомыслие. Шенгебам ассамбле маретая. Дьявол, я связываю твою власть через всякие слухи и басни. Я связываю всякий дух клеветы в этой церкви. Я запрещаю тебе, дьявол, разрушать единство народа Божьего. Эй, ламаханда! Эй, ламаханда! Аллилуйя! Шейма ламалакея! Эй, ламакена лея! Фрама санче краматалья ла-ла-ла-ла брамакенда ла-рья маканда! Аллилуйя! Дух Святой, мы благодарны Тебе за Слово Твое, за то, что Ты разоблачаешь дела дьявола. О, мы благодарим Тебя за то, что Ты созидаешь церковь, которую врата ада никогда не одолеют. Мы не будем высокомудрствовать, мы не будем превозноситься один над другим. О, Боже, пусть Дух Христов придет в народ Твой. Пусть придут Твои стандарты. Пусть придет божественный порядок в наши отношения. Мы просим Тебя об этом имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: амен, амен, амен. Если ты что-то получил от Господа, подари ему аплодисменты.